Здравствуйте всем, дорогие друзья, с вами Донбасс, с вами StarLadder TV. Ну и что же, врываемся на квалификации в Star Series. Играют такие команды, как DevaT против ребят с команды P85. Ну, посмотрим, кто окажется сильнее. Кыргызы или киргизы против украинской команды. Ну, достаточно интересно. Все должно получаться у нас. Best of 3 должны играть ребята. Поэтому две игры мы увидим точно. Что касается третьей, ну, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Ну, в случае победы, следующая команда попадает на команду Slark, которые очень-очень-очень хотят все-таки пойти дальше по сеточке. Ну, посмотрим. Посмотрим, кто окажется победителем из этой пары. Ну и кто же встретится дальше со сларками. Так, давайте уже перейдем, наверное, к периоду пиков и банов. Ну и посмотрим, что и как у нас вот развивается. Doom и Crystal Maiden находятся в пике. Вот команды DevaT, в банах у них имеется Timbersaw, Visage, Shabadoon и Shadow Demon. Вот команды Project 55 видим... Death Prophet, видим Алхимика, в банах имеется Bristleback, Venomancer, Slark и Storm Spirit. Ну, как-то у них выходит, по-моему, как пуш Страта, что ли. Да, именно так и есть, добирают они Nature's Prophet, ну, это уже можно уверенно сказать, что кыргызы берут пуш Страту, надеются они на быструю игру, ну, команда DevaT умеет играть. Умеет играть очень хорошо против таких страт. Играют они достаточно давно, поэтому опыт у них очень-очень большой. Как онлайн, так и лановый у них опыт есть. Ну и ожидаем. Третий пик от них, да. Тем временем можете сделать ставочку на команду, точнее, проходит у нас на сайте Dota 2, StarLadder.tv, конкурс прогнозистов, ну и можете поставить на одну из команд, ну и выиграть себе очко, очко плюс очко дают 2 очка, ну и, короче говоря, можете побороться, если же будете вангой. Можете побороться за мощно отличные призы от Dota 2 Lounge. Ну, а уточнять я не буду, наверное. Что можно получить от Dota 2 Lounge. Ну что же, Клокерка берут DVT у нас в сложную линию. Или же на middle lane. Я даже не знаю. Наверное, в сложную пойдет у нас Клокверк. Doom отправится у нас как main gear, мне кажется. Crystal Maiden, понятное дело, саппорт. От команды по 85 видим Nature's Prophet, который пойдет у нас в сложную линию. Алхимик в виде саппорта, мне кажется. Вряд ли это будет main gear. Очень редко мы видим уже Алхимика в роли main gear. Ну и Death Prophet пойдет у нас на middle lane. Тут вопросов, наверное, нету. Так, четвертый пик от P85. Кто же окажется сейчас у них? У них появляется Dazzle. Dazzle, который тоже отлично заезжает под пуш-страту. Ну и сразу же ответ Ashen Operation от команды DVT. Да, быстренько так решили сразу ребята. Взять аппарат, а сразу же отрубить все концы ребятам с команды P85. Ну и что же, ожидаем в бане какого-то мидера, вроде бы как, команды P85 последним баном. Но от команды DVT будем тоже ожидать какого-то мейн керри, или же мидера, или же мейн керри, ну то есть еще непонятно. Ну хотя тоже там мейн керри и мидер от P85 должен залетать, я думаю тоже. Сейчас ребята подумают, ну и сделают свой выбор. Так, ну, команда DVT отлетела в нижнюю сеточку.
От кого? От трикетов. Трикеты у нас аж прошли уже в полуфинал. И, кстати говоря, полуфинал у нас будет, по-моему, завтра, если я не ошибаюсь. А может, я ошибаюсь. Я точно не помню с расписанием, как оно все действует. У нас это просто хаос творится, а не расписание. Ну а команда P85 отлетела от победителей аматорской серии 8 сезона. Команда Сенсей. Тоже неплохие ребята. Ну и вскоре вы узнаете, почему они неплохие ребята. Все только впереди еще, скажу вам так. Не буду открывать все тайны. Ну что же, Пак и Пугна залетают у нас последними банами от команд. Ну и что же, ждем, 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 ждем. Дожидаемся мы Мирану для команды P85. Ну и Мирана... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Тинкер. Тинкер от команды ДВТ. Ну, что-то... Amazing происходит здесь, по-моему. Да, достаточно интересно. Дум вроде в роли мейн керри от ребят с команды ДВТ. Ну и Мирана, даже не знаю, саппорт или же нет. Мне кажется, тоже мейн керри. Так, разбирают ребята у нас героев. Потихонечку, не спеша. Потихонечку, не спеша. Так. Ну что же. Сторона Radiant, команда ДВТ. Don't waste time, по-моему, так они называются. Йоркис on fire играет у нас на Клокверке. На Crystal Maiden у нас играет Йодо. Infernal у нас играет на Тинкере. На Думе у нас будут отыгрывать Зелик. Ну и Шурик, капитан команды, будут играть у нас на Ancient Operation. Сторона Дайр, команда P85, или же Project 85. Камшот играет у нас на Миране. Соломон играет у нас на Деспрофеточке. Айбанчик играет у нас на Алхимике. На Дазле у нас будет играть. Модести. Ну и на Профете у нас будут отыгрывать... Сколько всего интересного. Ну, конфликт. Вот. Вот оно что. Конфликт. Ну и сразу же вижу интересное расположение линий от ребят. Все-таки очень-очень интересно сейчас будет все происходить. Ну, давайте все-таки дождемся выхода крипов и посмотрим, как оно будет все на самом деле. Пока не буду говорить, что я думаю. Сейчас вроде бы все, понеслась, да, крипы уже у нас пошли. Ну и все-таки увидим мы Профета в лесу. В сложную пойдет у нас Мирана, на мидлейне будет стоять у нас Деспрофит. Ну и Алхимик, как мейн керри, вместе с Дазлом будет стоять у нас на топе. Противостоять им будет наверху Клокерк. Конечно же, очень печально все будет для Клокерка. Ну, это мое так мнение. Тинкер против Деспрофитки будет стоять. Увидим ли Тинкер, соберет ли себе тот самый Аганим Септер, или все-таки обойдется без него. Ну и снизу видим мейн керри Дума, ну и два саппорта, которые будут насловить Мирану каким-то образом, способом, не знаю каким, но будет это все делаться у нас тут. Должно, по идее, так делаться. Так. Что у нас тут интересного? Клакверк. Как видим, его никто не трогает. Дазл у нас занят даблстаком, но сейчас, наверное, пойдет. А нет, все-таки нет. Все-таки алхимик будет стоять в одиночестве пока что. Но медальку сразу же взял у нас алхимик. Ну, то есть такое. Был бы спрей, мне кажется, как-то получше бы он чувствовал себя алхимик на линии. Все-таки под спреем находиться Клокверку как-то нет. Как-то не очень, скажем так. С его 600 хп.
с его 600 хп, точнее, это делать очень-очень как-то больно будет. Так, Шурик. Тут у нас гоняет Мирану. Чилинг-тач. На единичку прокачал. Как видим, тут дерево съел. Ну и сейчас будет ходить, круги наматывать, то есть гонять отсюда на Мирану, чтобы не получал у нас Мирана. Что? Правильно. XP. XP, 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 XP. Так, проблемы тут у Клакверка. Клакверк имеется, у него куги имеются, батарейки, но если что, я думаю, нормально продамажит соперника, если, конечно же, будет умирать. Сейчас Клакверк сейчас сам пойдет сейчас убивать кого-то. Да, тычечку дал такой на... Ну, на развороте получает тут яд от Дазла. Ну да, пол ХП. Все-таки сбили ребята. Так, ну, что же? Что же, что же, что же, что же? Что же, что же, что же, что же? Да ничего у нас пока что не происходит. Все вроде бы спокойно, ничего ребята тут придумать не хотят интересного. Так, Арл тут залетает в Шурика. Ну и что же? Да ладно. Пол ХП теряет у нас Шурик. Ну, конечно же, был бы третий уровень, у Мираны там бы была бы борода уже Шурику. Все закончилось просто-напросто ФБ. Ну тут уходит Клакверк. Боже, на лу ХП уходит отсюда Клакверк. Как он вообще живет, еще не понимаю. Все-таки Тангусик. Нет, 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 нет. Дазл таких не прощает. Ялом, ну, как видим, ФБ все-таки проливает у нас. Дазл, ну и 1-0. Впереди ребята с команды P85. Так, Тинкер уже имеет ботл, как видим. А, ботл также имеет сюда с профеточки. Ну, вроде бы тут нормально идут ребята вровень выпирать. Ну да, 20 крипов у Тинкера, 12 крипов у профетки. Ну, конечно же, да. Почти в два раза лидирует Тинкер на своей линии. Так. Что у нас тут? Клакверк. Клакверк пошел в атаку. Как я вижу, четвертый левел у него есть. Но тут, возможно, алхимика, наверное, заберет. Если захочет очень сильно. Или еще раз там алхимик как-то подставится под гаечный ключ Клакверка. Вот очень-очень беда-беда-беда. Очень-очень беда-беда-беда. Да. Именно так. Так, тут у нас Мирана, опять же, Arrow. Ароу входит в крипа, ну и неудачно. Неудачно сходил у нас тут камшот. Ну и возвращается на линию. Так, Клакверк опять умирает. 2-0 становится счет. Но все-таки почти добил алхимика. Ну и тут профет, кстати говоря, выходит. Там первые пеньки, да. Ну, третий левел профет. Много чего не может натворить тут. Ну, последнее время команда играет постоянно с героем, который находится в лесу. То есть с линии стоят там 2-1-1. Или же отдают просто-напросто хардлайн. То есть бывает еще такое. Последние игры, я вижу, такое вот делают ребята. Ну, возможно, новая дота какая-то приходит к нам. Так, ставится пауза у нас. Ну, конечно же. Не хотелось бы, чтобы она была долгой, но все-таки отпускают ребята уже паузу. Так, на 5-й минуте видим, лидирует у нас по крипстату тот самый Doom, который находится почти что на фрифарме. Ну да, можно сказать, на фрифарме, никто ему тут не мешает. Не рано, по-моему, даже ченцы не дала никакой еще по Думу. Но я думаю, все впереди еще у Мираны. Так, ну, после чего идет у нас Клакви, точнее, Тинкер. На middle лейне. На 10 крипов он лидирует тут до профеточки. Ну да, тут маршов машинс. Ну и да, видим, как профетка теряет просто-напросто ХП. Так, Клакверк зашел уже далеко. Возможно, сейчас будет вылетать сюда профет.
Ну, профет стоит, ждет что-то, что-то кого-то и зачем-то. Не знаю, возможно, сейчас как-то цепанут. Опять же, клакверка. Или же нет? Нет, клакверка уходит. Уходит далеко. Ну и все спокойно у него. Пошел в леса, наверное, искать кого-то. Так, видит клакверка. Клакверк. Ну, видит, что тут альфа-волк куда-то отошел немножко. Ну, сейчас будут ловить. Да, будут ловить профета. Ой, тут ультимейт, тут да с профетки, ну и минус клакверк. Да. Ну, шестой левел он получил, но это... Как-то не очень говорят, все-таки три раза умирает клакверк на своей линии. Ну, это очень-очень плохо, я бы сказал бы. Ну, думал, все отлично, видим 1500 на руках, то есть... Возможно, какой-то фаст... Вангард будет от него, или что еще можно собрать, даже надумаю, не знаю. Что-то должно интересное появляться у Дума. А что же у алхимика? У алхимика видим третья монеточка. А, фейзы базилка. Ну, алхимик тоже непонятно, через что пойдет. Будет ли это, возможно, поздний мидас какой-то, или же что-нибудь другое придумает у нас алхимик. А, не знаю, что еще собирает. Мальстром, как вариант. Shadow Blade еще, возможно, появится. Но тоже... Непонятно пока что для меня. Так, ну, что-то мы забыли вообще про саппортов команды ДВТ. Как они тут чувствуют себя. Ну, тут девардинг вот. Цемочки, цемочка получает ароу. Ну, и тут Мирана догонит. Нет, липа нету, но все же тыченце. Тут профет где-то летит. Да, профет залетает. Все-таки 4-0 становится у нас счет. Ну, еще тут Шурик, по-моему, встрял. Да, именно так. Есть. 5-0. Сюда же приходит у нас Дум. А, вешает ультимейт на Мирана. Мирана. Пол хп уже нету. Ну, и дальше дерется у нас Дум. Дум входит в троих. Все-таки, наверное, убьет Мирану здесь. И, возможно, профет еще заберет. Тут еще клакви... Точнее, Тинки отрыходит. Проблемы минус профет. Ну, и даст профетка. Тут вообще ничего не сделает, наверное. Уходит на лоу хп у нас Дум. Отпивается. Тут Тинкер у нас настреливает. Ну, и уходит отсюда у нас Death Prophet. 5-2. Таким вот чудом становится у нас счет. Ну и что у нас сверху? Сверху у нас Угар Клаб появляется у алхимика. Все-таки фаст БКБ будет у алхимика, но все же БКБ без дэмэджа с руки, это, мне кажется, как-то не зайдет. Так, Куги поставил, всех разогнал. Так, Shadow Blade все-таки появляется от Дума. А зачем Shadow Blade? Кого выживать? Непонятно. Непонятно, непонятно, непонятно. Ну. Интересно. Так, где наша цемочка? Цемочка вроде бы в лесах должна кого-то как-то фармить. Да. Минус спаун есть от нее. Еще дабл, наверное, сделает. Нет, не сделала дабл, хотя могла бы сделать. В общем, было бы хорошо, если бы Тинкер там как-то тоже пофармил своими машинками. Было бы отлично. Так, проблемы у Мираны. Мирана, вкинули на нее Дум. Тут есть еще Link Touch. Ну, все-таки не хватит дэмджа, мне кажется, Мирана уйдет. Хотя нет, все-таки до конца идет у нас Дум, тоже прилетает у нас Дазл на развороте, можно же Дазл тоже навешать, хотя нет. Отходят ребята. Ну, тут побоялись. Лезь просто. Очень побоялись. А могли? Могли, могли, могли бы. Конечно же, забрать. Дазл приходит на линию, тут тоже ТП-шится. Мирана притп-шилась, имеется у Мираны ботл. С профетки тоже ботл, да. Ботл с инвизом. Это пожестче, говорят, чем ботл. Ну, тут пустой Тинкера ботл.
Пошли машиночки. Вот такой, почти под тайминг. Залетели они. Убили одного крипа. Ну и Солдринг появляется у Тинкера. Посмотрим, что будет дальше. Будут ли дальше какие-то травела. Или все-таки через дагер какой-то пойдет у нас товарищ. Ну, мне кажется, все-таки травела будет. Вроде бы как, должны мы уже появляться. Так, что у нас сверху? Сверху у нас Клокверк, 8 левел. Такой же левел имеет у нас Алхимик, который ни разу не умирал. А Клокверк умирал уже 3 раза. Но все-таки Тинкер покупает себе травела. А, ну и тут еще хороший ультимейт. Тут Апарейшена залетел, кстати говоря. Ну и возможно тут заберут всех ребят, хотя приходит Профетка. Профетка очень много дэмэджа вносит своим ультимейтом, экзорцизмом. А, ну и в 1-1 пока что у нас размен, хотя тут имеет... Ага, не имеется ультимейта. Вот Кристал Мейден. Хотя, может, какую-то колбу дать. Ну и как-то кого-то заберут. Ой, отлично! Входит Ару в Тинкера. А, ну, Клокверк тут прилетает. Видим минус Мирана. Также проблемы начинаются у Деспрофетки. Деспрофетка на развороте свар. Ну и все-таки умрет, мне кажется. Хотя нет, смотрите, стики юзает. Ну, ультимейт заканчивается. Ну, все-таки добивает тут Профетку. 6-6 у нас счет. Вау! Но все-таки до конца играют все ребята. Выжимают полный максимум из ситуации. Ну и, кстати говоря, Профет-то в лесу уже почти на некран оформил. Как видим, тут у нас Дум развлекается своим ультимейтом. Ну тут, что же, Алхимик уходит. Да, Алхимик уходит, остается там сколько? У него 100 хп где-то. Да, ну, сейчас, понятное дело, включит ультимейт, быстренько отрегенится и, наверное, возвратится опять на линию. Ну, Горклап уже, кстати говоря... Горклап есть, купил Хаммер, остается на рецепте. Совсем немного, ой-ой-ой, тут ему настакали еще. Ну, вообще просто шикарно для Алхимика, но, правда, сейчас скоро ультимейт закончится, поэтому надо ему тут, да, на фейзах уходит отсюда. А то, я думал, уже все. Заигрался, думал, у нас Алхимик. Так. Ну что же, товара-то будут у нас падать сегодня или нет? Или все-таки без товаров тут уже обойдутся ребята как-то? Выиграть игру, когда у тебя не упал ни один товар. Такой квест можно выполнить, мне кажется. Так, поинт бустер появляется у Профеточки. Будет это выход в соул бустер, после чего идти... Идти во что? О, боже, о чем-то я задумался, даже мысль. В этот же. Как же его? Бладстоун. Ёпта. Ёпта. Ну, Бладстоун, понятное дело, тут очень хорошо залетит. Там всякие суицидики. С лечением команды, то есть будет шикарно, мне кажется. Так, тут у нас Профет. Профет под инвизом. Еще ультимейт тут Миран юзается. Ну, возможно, тут сюда... Тут находит у нас Профета. Под вардом пробежал у нас Профет. Минус Профет. Ну и минус Клокверк, как мы видим. Летает тут ультимейт. Тут Банши, ой-ой, Шурик. В таверну. Тут у нас еще Цемочку, наверное, цепанут. Цемочка. Очень много дэмэджа вносится. Ну и минус Цемочка. Тут еще кого заберут? Заберут у нас тут еще и Тинкера. Остается последний у нас Дум. Дум на развороте пытается кого-то забрать. Ну и, по-моему, у него этого не выйдет. Да, Рампейдж ставит Death Prophet. Просто грязь. Просто грязь. Что можно сказать? Просто под ультимейтом... Сделать минус 5, это да. Ну да, там не очень такие плотные герои у команды ДВТ. То есть тут тот же Crystal Maiden, тот же Ancient Operation по 600 имеют. Клокверк тоже там... А нет, Клокверк уже плотный. 1200 имеет. Ну тут Тинкер 900. Два сварма, ну и ультимейт, понятное дело. Ну, Адам тоже плотный, по-моему. Да. Так, алхимик, баночка залетает под спрей, но нет, нет, с такими делами нет. Хотя Клокверк, нет, отпивается, возможно, на развороте, нет. Сдынать-то надо вышечку. Ой-ой-ой-ой, что делает у нас Клокверк?
Что делает Клакверк? Минус Мирана, минус Алхимик. ДВТ просто шикарно еще добивает Тауэр. 11-11 таким чудом становится у нас счет. Дайгер появляется у Тинкера. Ну и что же, тут у нас есть уже соло-бустер или нет? Нет, нет еще. Пока еще нету. А снизу у нас Профет без некров пока что. Ну, на подходе. На подходе. На рецептик еще нафармить. Ну и там уже с первыми некрами пойдет быстрее, мне кажется, фарм у Профета. Ну и после чего, наверное, все будет у него шикарно. Будет вылетать на вышечку. Там некра, тренты. Пиу-пиу-пиу. Минус тауэр там. Все дела. Так, персеверанс имеет сюда с Профетки. Тут же у нас ультимейт пошел от Мираны. Ну и что же, Нарошана, что ли? Да ладно. Да, Нарошана все-таки. Через ультимейт. Деспрофит. 5-секундочка залетает Рошана. Ну, тут еще есть у нас Профит. Да, тренты есть. Ну, тут забирает Рошана. На изичах, ребята. Ну, и ничего не знают об этом ребята из команды ДВТ. Хотя, Клакверк ракету пускает. Ракетки залетают. Ну и сейчас проблемки сейчас будут, наверное. Да, минус Профет. Мирана у нас уходит. Нет. Ай-яй-яй. Ну и что же, минус 4 делают. Да, минус 4 команда ДВТ делает. Убивает Тайгис. У Профетки. Ну, что-то, не знаю, как-то расслабили, что ли, по 85, или как это называется. То есть понятно, что будет врываться на тебя команда, когда там уже видят все это, ребята. Ну, что-то, не знаю. Не пойму, что произошло. Ну. Сайс, у нас пауза. Так, возвращается обратно Crystal Maiden. Так, гоу пешт, ребята. Так, ну отлично. Отлично. Ну и тут нужно ДВТ забрать тауэр. Потому что денежки им надо где-то брать. У нас Дум застрял. Так, ну, где же Дум? Ну вот гоу пишет, ребята, все, собрались, поднеслась. Так, Клакверк, должно мы тебя не видели, ну и через Блэдмейл пойдет у нас Клакверк. Что тут у нас с Тинкером? Тинкера все просто шикарно. Через Дагон. Через зажигалочку будет играть у нас Тинкер. С рецептиком приобрести. Тут у нас... Ой-ой-ой, алхимик. Тут у нас так, как мы видим. По-моему, 3 спауна было где-то.
Ну и много очень денег он вынес из этого. Ну, видим, БКБ уже 9-секундная. Секунду он потратил сверху на забирание Таура. Что-то не пошло. Так, тут отличный ультимейт залетает. Тут Operation, что-то ребята не пошли. А могли бы. Просто разобрать их. На изичах. Так, Doom вяжет ультимейт на Профета. Но Профета очень большие проблемы начинается. Ну да, Профет тут умрет. Да. 15-11. Становится у нас счет. Ну и БКБ есть уже у Дума. Вот так. 1300 уже у Дума есть еще. То есть, что дальше будет, пока что остается под грифом секретно. Наверное. Ну, для меня точно. Да. Дагон появляется у Тинкера. Достаточно весело будет у нас. Когда появится пятый Дагон. Ну, Operation решил сразу же пойти у нас в Аганим Септер, который дает нереальный ультимейт. Очень нереальный ультимейт. Которого все гибнут. Так. Это у нас внизу драка намечается, как я вижу. Ну, под ультимейтом не рано. У нас Профетка. Так, уже заканчивается это все у нас дело. Ну, а что у нас тут? Тут у нас есть Operation из Clockwork, есть Тинкер. Отбиваться есть чем. А тут ребята просто ждут. Просто ждут. Ну вот, Мальштром появляется у Алхимика. Вот теперь Алхимика чуть тяжелее будет убить. Еще бы что-то, не знаю. Что-то. Что вообще Алхимику еще собирают? Что-то я вообще не очень про мейн керри знаю Алхимика. Не знаю, возможно, Кираса будет следующий. Тоже неплохой вариант. Так, Operation. Отличный ультимейт. Ну и что же? Давай же, Тинкер. Тинкер, а я зажигалочка. Работает на ура. Забирает он Мирану. Точнее, Дазла. Мирану там... Нет, Мирану убивают все-таки. Дазл у нас просто дынает вышечку. Ну и 16-11. 22-я минута. Гоу. Так, ну Профета все... Дела все хуже и хуже, как я вижу, с каждой минутой. Нету совсем денег. Не знаю, откуда вам, наверное, брать все эти деньги. Ну, первые некра, это... Это первые некра. Были бы вторые некра, это были бы вторые некра. А вот третьи, это уже... Это хорошо. Так, Clockwork отправился на поиски тут. Он найдет сейчас. Алхимика. Алхимика есть ультимейт, если что. Оп, нашли у нас Алхимика. Алхимик. Включает БКБ, но... Что-то дэмэджа нету. Или это ребята так больно бьют. Или Алхимик такой живучий. Ну, видимо, Алхимик такой живучий. Ну и через Милнир решат идти у нас. Алхимик. Оу, получает ультимейт. Ну, тут немножко больно будет сейчас у нас Алхимику. Хотя уже проходит та самая боль под ультимейтом. Это ничего для Алхимика. Второй. Да? Да, второй догон у Тинкера. Ну и приключение Тинкероида с красным посохом продолжается у нас. Так, нашли у нас Профета. Профет. Ну, сколько? 3 секунды жил? Что-то я так не посчитал так сильно. По-моему, где-то около 3 секунд где-то жил он. Смотрел, куда ему вылетать. Тут у нас проблемы у Профетки или нет? Нет, нету проблем тут у Профетки. Все хорошо у Профетки. Что же, забирают второй тауэр, ребята, из команды ДВТ. В этом матче тут Ару входит в никуда. Ну и нет, все-таки не решаются забрать тот тауэр. Хотя тут остается сколько тут? 300 хп остается, 350. То есть... Еще по
4 теченцы, каждый бы скинулся, было бы отлично. Дум идет у нас к Кирасу. Как видим, остается еще рецептик. Ну и будет та самая ассалт Кирас. Опа, тут у нас... О, Дум! Здравствуйте! Ловит он ару. Там 3-секундный где-то. Включает БКБ, но это БКБ уже никуда просто не лезет. Хотя убивает у нас, как видим. Товарища... Ну, профеты... Деспрофетка тоже у нас умирает. Дазл на лоу хп живет, но живет-то. Да, уходит отсюда у нас Дазл. А что мы еще тут видим? Алхимик Destroy the Tower. Это не важно, мне кажется. Хотя нет. На мидлейне забрал Тауэр. Тинкер убирает у нас Мирану. Убирает. С Дагона. Ну и 20-12 становится у нас счет. Где у нас Алхимик? Алхимик фармит. Мелнир у него имеется. Имеется БКБ 8-секундная. Если не 7-секундная, 8-секундная, все правильно я говорю. Ну и, скажем, 1000 голды у него есть. Что будет дальше? Что будет дальше? Что будет дальше у Профета? Когда же он нафармит на что-то? Тоже такой вопрос у меня. Пока что неизвестно. Ого, Фейзы появляются у Мирана. Мирана тоже себя очень нехорошо чувствует, как я вижу. Хотя тут, видим, Профетку разбирает. Или это был суицид? Это был суицид. Да, с Профетки тут... Тинкера начинаются проблемы. Алхимик выходит из леса. Ну, тут еще, наверное, и Клокерка заберет Алхимик. Хотя, баночка... Ой, какие же коги отличные от Клокверка. Но нет, все-таки он умирает. Мирана его затыкала своими стрелами. 21-14 становится счет. Как-то... П-85. Начинает убивать. Ловит на ошибках. Ну и должно это их радовать немножко. Профет. Неужели вторые некра летят? Я не верю. Да, вторые некра, кстати. О, отлично. Дела пошли в гору. Ну, профетки, конечно же, все немножко печально с ее 4 зарядами в Бладстоуне. Печаль, печаль. Так, для фортификации за это. Ребята, тут ультимейт входит от Апарейшена. Отлично, по двоим ходит. Ну и на развороте ждум. Why not? Почему бы нет? Нет, уходит отсюда у нас Дум. Ну, ару просвет. Ой-ой-ой, Думчик. Думчик, Думчик, Думчик. Убивает у нас Мирану. Ну а... Нет, на развороте не хотят ребята драться. Под ультимейтом просто находится у нас Деспрофит. Деспрофит. Кинули на него хрест. Ну и умирает все-таки у нас Деспрофетка. Тут еще ловит у нас Дазла. Дазл отправляется у нас в таверну. Таким вот способом. 24-14 через 10 фрагов идут у нас команда ДВТ. Там ассалт Кирас появляется у Дума. У вот этого товарища 4-й Дагон появляется у Тинкера. Тут у нас Алхимик фармит. Алхимика есть уже вроде бы. Нет, нет, еще Кирас остается на Гиперстоун. Нафармит там, сука. Сколько, сколько, сколько? 2000, это получается 800, да. Для алхимика еще надо. Где-то что-то, как, что-то как-то нарыть. Накопать, нарыть. Ну и да, леса отправляется. Ну, почти всю игру проводит он там. Кристал Мейден. Форстав, отсюда подальше. Ага, тут ребята забрали Т2 Тауэр. Манса от Дума. Ну и что же? Ну, видим дальше. Рошан уже вроде бы как, да, стоит, ждет своих посетителей к нему. Ну, ДВТ уже прибавили. Очень много прибавили. Ну, по Нетворсу. Нетворс. Где же ты? Нетворс. 18 тысяч у Алхимика, 16 тысяч у Дума, ну и 13 тысяч у... Тинкера. Но я бы не сказал, что у Алхимика 18 тысяч. Хотя, да. Возможно, да. Кирас еще прилетает, то теперь я верю, что 18 тысяч у Алхимика. Так. Погоня за Мираной. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Киска-киска. Да, разорвали Мирану быстренько.
Так, ну, пауза опять же у нас ставится. Конечно же, не очень. Не очень, не очень. Так. Что у нас по графикам? На этот момент, ну да, 12 тысяч ДВТ по XP, ну и по голде тоже там 5 тысяч лидируют ребята. Ну, потому что фраги они делают, все у них хорошо, ну и... все у них будет и отлично. Так. Так, ну что же. Что-то долго уже пауза у нас идет. Пора бы как-то пошевелиться тут ребятам. Так, просматриваю артефакты. Тут уже у Шурика намечает свой Годим Септер. Остается еще тут буквально 50 голды. До боли. Команды по 85. Деспрофетка тут у нас опять теряет где-то заряды. До заряда уже остается деспрофетки. Так, ну тут вся надежда на алхимика остается, потому что именно он как-то может составить тут боль, страдания для команды ДВТ. Ну, алхимик, не знаю, уже 8 секунд БКБ, то есть тут быстренько, наверное, будет фокус на этого алхимика. И будет это очень... больно, скажем так. ДВТ реально сильная, по моему мнению, у них есть шансы выйти в стар. По мне, как они фавориты. Нет, к сожалению, ДВТ немножко не дотягивают именно своей игрой, но не знаю. Есть просто команда сильнее, скажу я вам так. Поэтому вот так вот. Ну хотя ребята прошли у нас в 8-м сезоне до плей-оффа. Полуфинал прошли, но все же... Все же. Не повезло им. Проиграли они команде. Ох, какой команде они проиграли. Проиграли они команде... А, Zara Respect. Из Франции. Которая тоже у нас участвует. В квалификации. Короче, тоже отличную игру просто показывают. Ну и... у них тоже есть шанс, кстати говоря, выйти в стар. Так, ну, видели, мы в исполнении ДВТ быстрые минус 4, после чего, как видим, забрали они Рошана. А, ну и сейчас, наверное, отправиться на респаун, немножко передумать, перетереть, что и как. Ну и... после чего, наверное, отправиться все-таки забирать последний Т2 тавер на мидлейне. Да, на мидлейне у нас 2 тавера, как мы знаем. Т2. Ну, будет забирать последний, наверное, Т2 тавера, после чего, наверное, отправляться на рампу, на Т3 тавер. Ну и все-таки дальше давить и давить соперников до конца. Ну и выигрывать первую игру свою. Так, ну тут уже пошли просветы всякие.
то Клокверк закинет ракеточку, то и Operation там с одним септером стрельнет с ультимейта. Ну вот, ракеточка опять же, Клокверка. Ну, главное сейчас не поставиться, но тут уже Шурик вроде бы как решил подставляться, нет, все-таки свернул. Так, ну тут смог. Вот команда по 85, заходят они на Эншентов, тут нет никого. А, ну и а что? Буду делать ребята, видят цемочку, цемочка проходит у нас дальше. Но все-таки за цемочкой, наверное, пойдут или нет? Лол. Лол. Пропадает смог у двоих игроков. Ну, на развороте тут ультимейт запиливает. Хорошо, Шурик. Видим минус уже Мирана. А, раздувается у нас Деспрофетка. Теряет все хп вот Блэдмейла, который наносит. Клокверк, ну, ой-ой-ой, как же все быстро у нас происходит. 3 в 3 уже у нас размен, минус Дазл, Профетка тоже у нас ложится под думом. Ложится под думом, да, именно так. Ну, а на развороте, не? А? Нет. На развороте нет. Ну, тут у дома Эгис есть, то есть второй раз его убить будет как-то, наверное, сложно. Мне кажется, сложно, хотя тут есть Тинкер. Тинкер, заденайлась у нас Профетка. Ну и Алхимик. Ран, Алхимик, ран. Кричит команда, на, уход сюда, Алхимик. 33-17. Так. Опа. Опа! Ну и... Инфернал! Дарит просто интересные вещи, как видим. Очень интересные. Ну, 6600 у Дума. Радианс ли это будет? А, очень интересно мне. Или же все-таки... Через, не знаю, Abyssal Blade пойдет. Тоже как вариант ловить всяких алхимиков, которые выдвигают там на фейзах. Так, ну что же. Установила тут вард у нас Crystal Maiden. Тут ребята разобьют их на изичах. Ну и что же мы видим дальше? Дальше у нас Алхимик, Алхимик, ультимейт включил. Да, Abyssal Blade будет у Дума. Ой, поставился у нас Клокверк, Клокверк! Коги замечательные просто от Клокверка. Называется у нас Алхимик, Алхимику как-то все равно, у него есть ультимейт. Так, вот ракеточки залетают два раза ребятам. Так, Дум находит тут Соломона. Нет, не решился. Не решился просто идти на него. Ару, которая... Ага, ну, все нормально. Ару удачный. Скрипа залетает. Так, ну и топ-линию будут забирать ребята. Т2 на топе. Тинкер у нас отпушивает, но... Понятное дело, прилетит, присоединится команда. Как только, так сразу, или как это называется. Так, под ультимейтом заходит у нас Профетка. Профетка, есть ультимейт у нее. Тут вар ставится, ну и что же. Нарезает быстро Дума. Дум теряет все свое здоровье. Дум! Минус Дум. Ну, Клокер тоже умирает на развороте, делает у нас Шурик. Ультимейт, ну и тут 2-2, пока что размен, Шурик живет, пока что нет, Шурик все-таки умирает. Ой-ой-ой-ой, ну, Новый год тоже никуда, хотя, тут есть Клокверк, точнее не Клокверк, а Тинкер, который тут много всего дэмэджа вносит, как видим, со своего догона, плюс лазер, который тоже отлично входит в это все дело. Ну и что же, 4-4, пока что размен, догоняет у нас Тинкер. Дазла. Ну и что-то... Ой, Рампейдж. Рампейдж Антинкера. А, ну вот. Инфернал, есть Инфернал. Я же говорил, что будут интересные мувики от Тинкера.
который отлично чувствует себя с Дагуном. Как видим, именно это есть. Так, ну сейчас будет пуш-линии, понятное дело. Так, тут ультимейт. Фарейшина. Ух ты, ой-ой-ой. Какая боль. Какая боль. Так, ну, Профит тем временем хочет нарчит какой-то нафармить, как я вижу, да. Через нарчит. Думает пойти, но долго думает. Очень долго думает. Ну, не знает просто, что делать. То есть, вылетать куда-то очень опасно ему. Могут забрать. Забрать, может, Тинкер, который тоже может прилететь в это же место, куда и Профет. Так, что мы видим тут? Тут видим, прилетают, опять же, ребята из команды ДВТ на топ-линию. Ну и попыточка номер два, все-таки дойти до этого тавера и разрушить его. Ну, сейчас вроде бы должна быть успешная попытка для команды ДВТ. БКБ появляется у Death Prophet. Arrow. Arrow. Расходятся ребята. Ну и минус 102. Минус 102 тут живет ультимейта. Потмы. Заходят ребята. Большие проблемы начинаются у Дума. Дум включает БКБ на развороте. Минус. Дазл сразу же. Тут еще начинаются проблемы у Профета. Минус Профет. Просто 2000 уносит. Это все у нас Дум. Дум еще на развороте хочет кого-то цепануть, но видит тут, видит Даспрофетку, Даспрофетка. Обисал Блейд, ой, как же помогла только что Мирана убить Дума. Дум байбек. Ну, минус сколько? Минус 3, 3 на 1. Да, такой размен у нас получается вроде бы как. Тут еще где-то эти шалят. Некра. Некра вроде бы отходит. Фармить. Ну, все-таки не дофармили, как видим. Неудача. Команда P65. Ну, играют они дальше, все-таки. Наверное, догадывается, что графики-то там уже ой-ой-ой, какие. 14 тысяч по голде, ну, 25 тысяч по XP. Давайте на левела посмотрим. Ну да, 24-22. 20-19. Это уже на 2 левела точно лидируют. Можно сказать, уже на 3 левела, точнее, лидирует команда ДВТ. Ну, беда, беда. Беда, беда. Так, что мы видим? Дальше происходит. Умирает у нас Профет, умирает Дазл, умирает у нас Алхимик. Мирана борется. Еще бы закинуть какую-то ракетку от Клокверка, было бы шикарно. Но нет, все-таки выживает у нас Мирана. Остается Профетка, фиксует ее. Ну и минус еще один заряд Профетки. ГГ. ГГ. Вот команда Project 85. Ну и... Легкая каточка для команды ДВТ. Хотя в начале, как мы помним, был счет 0-3, 0-4, где-то так. То есть Клокверк был уже почти унижен на линии. Вроде бы денежки должны были быть у команды P85, но. Дум есть Дум. ДВТ есть ДВТ. Как видим, все-таки. Да, давили своих соперников.